Аутлет-центр Goodbye — это 5 операторов, работающих в сегментах премиум и средний плюс, 5 таунхаусов, объединенных фудбриджем, в которых могут разместиться 5 мультибрендов, а также эко-кафе. Goodbye – это качественный сервис для операторов, включающий все технические и бытовые услуги. It's the beginning of a new and excitingly different story. В частности, в Милане, в Париже, вот такие деревни скидок, которые находятся за городом, очень популярны. Потому что можно купить брендовые вещи с большой скидкой. Именно поэтому ты решил открыть Днепропетровске. В Европе я посещал достаточно часто эти аутлет-центры и подумал, почему бы не сделать это у нас. Вот. Но я считаю, что на сегодняшний день этот проект, он абсолютно беспрецедентный, потому что мы взяли те лучшие идеи, которые видели в Милане, которые видели в Европе, и реализовали их здесь, в Днепропетровске. Это пока непривычный для нашей страны формат торговли, но уже давно успешный и полюбившийся в Европе. Покупатели все чаще совершают покупки на распродажах, а магазины все чаще устраивают сейлы. Главное правило аутлет-центр Goodbye – концентрация брендов со скидками от 30 до 70% круглогодично. Сегодня мы постарались воссоздать такую советскую тематику. Она немножко подчеркивает все преимущества аутлет-центра, потому что такое Советский Союз? Это однозначно всегда качественно и всегда недорого. Поэтому вот этот оркестр, вот этот стол с газетами 71-го года, он должен немножко подчеркнуть, скажем так, галоши. Всю эту тематику. Да. Галоши, селедочка! Галоши, селедочка, да. Все это икра заморская, баклажанная. Все это должно подчеркнуть все наши преимущества этого замечательного торгового центра. Дацковский сегодня ведущий этой крутой вечеринки. Паша, привет! Здравствуйте! Хочу тебе сделать комплимент, что сегодня ты одет, наверное, прикольнее, чем все остальные. Это комплимент не мне, это комплимент моим родителям, потому что именно из их гардероба я собрал этот замечательный комплект одежды. Я сегодня как-то выделяюсь из стильных людей, действительно, но только лишь эпохой. Мне радостно видеть здесь, что, наверное, все стильные люди города съехались на эту премьеру, на это открытие. Низкие цены, высокое качество, люкс. Только здесь. Приходите. Самые известные марки. Бренды одежды, обуви, нижнего белья. 365 дней, 12 месяцев в году. Можно долго перечислять имена, представленные в Goodbye. Esquire, Moschino Love, Ralph Lauren, John Richmond, Armani, Nosovsky, Galliano, Jean-Marc Lorenzi, Larry Blue, Balin и другие. Но лучше увидеть лично. Каждая коллекция, в ней присутствуют перманентные вещи, которые из года в год производятся. И это не значит, что они не будут производиться в следующем сезоне. Например, есть достаточно большое количество компаний известных, у которых одна и та же колодка длится уже больше 10 лет. Изменяются только, возможно, материалы, изменяются какие-то аксессуары. Но колодка при этом не меняется. Поэтому это проект для тех, кто умеет ждать. Как архитекторы хотели сделать акцент на чистом дизайне. Здесь чистые поверхности, чистые полы, унифицированный интерьер, скажем, для всех 5 секций. Сделали новый европейский формат. Самое длинное крыльцо, палуба, да, ганок, именно в этом месте, да. Подиум своего рода. Галоши — это такая тенденция этого года, да? В прошлом году были резиновые сапоги, в этом году галоши. И, ну, мы не прогадали, судя по погоде, действительно, потому что они как минимум актуальны, и все, кто сегодня к нам пришел, они уйдут с таким замечательным подарком в теме, опять же, Советского Союза и в теме Goodbye.